Суздаль стартовал чемпионат МВД по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. Его участниками стали более 500 полицейских из разных регионов России. Длина дистанции для женщин была 3 километра, для мужчин – 5. В возрастной группе до 35 лет победили братья Анатолий и Евгений Рыбаковы из Кемеровской области. В Владимире уже третий раз. Я в прошлом году здесь бежал на этой же трассе. И бежали в 2012 году, но бежали только биатлон. Соперники, весь состав чемпионата России, в принципе, все те же бегут, которые на чемпионате России бегут по обычной, по легкой атлетике. Ничего сложного не было, хорошо, что никаких травм не было, что все ровно прошло и тренировки нормальные. В принципе, а так все стабильно, как обычно. Нам нравится, что здесь как бы у вас тихо, и такое как, не знаю, как не деревня, а такой как поселочек, и воздух чистый, и спокойный, в принципе. Трасса тоже отличная, как бы подходит для проведения чемпионата России. 27 и 28 августа на стрельбище у деревни Масленка пройдут соревнования по служебному биатлону. Участники уже начали подготовку к состязанию. Они изучают трассу и тренируются стрелять по мишеням.